Разум Фримана 2. Эпизод 1. Да, я вот сейчас чувствую себя хорошо. Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте. Шаг назад, блять! Не то чтобы я намекал на то, давай, что отходи. Вы спите на работе. Никто так не заслуживает отдыха. Хорош! И все усилия мира были просто бы напрасны, перестань. Пока... У тебя изо рта воняет краской! Что ж... Скажем просто, что вновь пришел ваш час. Ближе не подходи! Личное пространство! Личное пространство, чудило! Нужный человек не в том месте может изменить ход истории. Кто это сказал? Джон Кеннеди? Так что проснитесь, мистер Фриман. Или Черчилль. Проснитесь и вдохните пепел. Да, пока! Не смею задерживать. О боже, он ушел? Я снова на земле? Отлично, назад я не вернусь. Слышишь меня? Я не вернусь назад. Не видел, как вы сели. Слышь, а мы где? Это ведь Гавайи, да? Таков был договор. Он обещал отправить меня на Гавайи. Что-то не похоже на Гавайи. На Гавайях вообще есть железная дорога? Кажется, да. Алоха! Уже столько раз переводили, а все никак не могу привыкнуть. Так, херовый из тебя собутыльник. В бар тебя не позову. Похоже, это главный остров. Вот и конечная. Возможно, это Оаху. Так, никто не встречает. Отстойненько. Добро пожаловать. А-а-а, я слеп! Ничего не вижу! Помогите! Помогите мне! Что это было? Надо было приезжать на лодке. Столько мусора. Странно как-то. Что это? В цитадели, которую нам... Это прям Макс Хедрум для стариков. Я с гордостью называю Сити 17 своим домом. А, это реклама аренды жилья. Или туристической страховки, или еще какой херни. Оу, мне это мерещится? Нет. О, вот это красота. Да-да, подметай, электроморда. Впереди еще много работы. Нет, день явно удался. Если не считать насаживания их голов на пики, то это прям лучшее, о чем я мог попросить. Мне тут понравится. Одно только знание того, что мы их приручили, вселяет в меня надежду. У меня кроме этих вещей больше ничего нет. О, началось. Пошел. Ладно, уже иду, господи. О, я целый день могу смотреть на драки с копами. Эта штука не устаревает. Кроме вас больше никого не было на поезде. Еще мусор. А, что? О, oh, да, только я. И всегда есть только я. Эй, я понял, почему вокруг столько мусора. Его бросают, чтобы пришелец убирался. Да, ты только глянь. Никто даже не заморачивается. И знаешь что? Я ни капельки тебя не виню. Не пей воду. Они в нее что-то подмешивают, чтобы ты забывал. Я даже не помню, как сюда попал. Эй, я тоже не помню. Что происходит? Так, помню, как сражался с древним богом. И победил, потому что я настолько хорош. Потом какие-то вспышки света, тип из ЦРУ предложил сделку, и вот я тут. Знаете, повелитель времени или нет, но он вполне может быть сексуальным маньяком. Он полностью меня парализовал, и богом клянусь, хотел лезть ко мне сосаться. Просто ад. Абсолютный ад. Эй, а почему все одинаково одеты? Собираю смелость в кулак, чтобы идти дальше. Это исправительно-трудовой лагерь, что ли? Он отправил меня в тюрьму? Зачем ему это? Хотел бы моей смерти, мог бы бросить меня там умирать. Но он завербовал меня. И какое же у меня задание? Я не знаю этих людей. Кажется, я в будущем. Тот пришелец не мог стать уборщиком за ночь. О, класс. У меня даже документов нет. И что может пойти не так? Ага. Хорошо, Привет, я политический беженец в поисках убежища. Мое правительство предало ты меня. Ты гражданин. За мной. Да. Гражданин. Именно. Я гражданин. Уже что-то. Это какая-то ошибка. У меня стандартный купон передислокации, как и у всех. О да, спорить с бюрократией. Удачи. Эй, у меня нет документов, но вы же можете пробить мой номер социального страхования? Заходи. Да-да. Чё это за фигня? Вы тут еще и зубы лечите? Помощь нужна. Не, сам справлюсь. Кресла нет ремней. Назад. Вас же грохнут, если попытаться в нем кого-нибудь пытать. Да, лучше это никому не видеть.
Так, походу я ошибся. Итак? Сначала включу дурака, а потом врежу со всей силы. По поводу пива, что я тебе должен. Че? Это я, Фриман. Барни из Черной Мезы. Не припоминаю. Прости, что напугал. Надо было обдурить камеры. Я внедренный агент гражданской обороны. Медлить нельзя, иначе заподозрит. А я уже давненько затвор не передергивал. Извращенец. Да, Барни, в чем дело? О, это Клейнер. Я занят важнейшим тестированием. Извиняйте, док, но смотрите, кто у нас тут. Йоу. Во имя Скотта. Гордон Фриман. Он самый. А я думал, что предупредят. Да, не вы один, док. Он чуть не сел на поезд прямиком в Новопроспект. Барни, и что ты собираешься делать? Я думаю, думаю. Алекс где-то тут, неподалеку. Она придумает, как привести его сюда. Ну, если он будет держаться подальше от КПП, то все с ним будет хорошо. Че? Так, мне пора, док, мы и так сильно рискуем. Я не понимаю, что происходит, народ. Гордон, рад тебя видеть. Уважуха. Так, Гордон, тебе придется добраться до лаборатории доктора Кляйнера. Мне нужен адрес. Блин, этого я и боялся. Заходи, Гордон, пока меня не спалили. Ладно, хорошо. Я даже не знаю, что происходит. Плевать мне, если тебя уволят. Лезь в окно и двигайся в сторону площади. Увидимся позже. То есть это кляйнеровский мальчик на побегушках? Теперь понятно. Ну, я доверяю Кляйнеру и, по сути, все, так что... Так, ага. Могу лишь предполагать, что во всем этом есть смысл. Я слишком сбит с толку, чтобы понимать, есть ли у меня проблема или нет. И что Кляйнер делает на Гавайях? Наверняка сидит в одной из обсерваторий и пытается вычислить, откуда прибыли инопланетяне. СРУ и его сцапало? Подними банку. О, это то, о чем я думаю? А теперь брось ее в ведро. А? Вижу, репутация меня опережает. Ладно. Может, отсюда? Вроде неплохо. Раз плюнуть. Ладно, проходи. Знаешь, сколько газировки я выдул в колледже? Серьезно, я мастер. Эй, это была камера? Не. Да я бы вслепую попал. И я не шучу. Я выбросил тысячи банок. Я получил ученую степень под предводительством доктора Пеппера. О, очередь за едой. Но документов нет, так что не поем. Украду потом что-нибудь, а то тут слишком много копов. Лучше всего выхватить еду у прохожего из рук, потому что он за тобой погонится, но не станет писать заявление из-за украденного хот-дога. Так, это определенно не Гавайи. Да, меня наебали. ЦРУ меня наебало. Что это за буквы? Это Россия? Или Восточная Европа? Черт! То есть у меня ни денег, ни документов, и я потерялся в другой стране. Какой же охерительный план! Ну, придется как-то выкручиваться. Да, ты сгодишься. Эй, девочка, как дела? Если начнем говорить, то оба окажемся в беде. Какого черта? Что происходит? Отчаянные женщины меня обожают. Да это какой-то ебучий случай. Чудило из ЦРУ сказал, что у него есть для меня важное задание. И вот было бы весьма кстати знать его суть. Что это? Облава гестапо? Да, в отличное место меня закинули непроинформированным. Удивлен, что он не выслал меня сюда голым. Это было бы реально... Боже мой, это треножник. Ебаный треножник! Надо отсюда сваливать. Ну реально, как мы... Не, потом выясню. Нужно спрятаться. Это многое объясняет. Но меня они не зомбируют. Я скорее грохну всех в этом городе, чем допущу подобное. Треножники. И эти грёбаные сервочерепа тоже, наверное, оттуда. Все изменилось. Эй, а вы двое зомбированные? Как вы с этим живете? Так обычно и происходит. Сначала одно здание, а потом и весь квартал. У них нет повода заходить еще копы. Не переживай, найдут. Вроде бы не зомбированные. Наверное, это значит, что их можно не убивать. Мне нужна пушка. Так, Кляйнер здесь. Так что спрячусь, пока его лакей не пришел с работы, а потом выясню, где искать доктора. Этого типа же убило бы потратить 3 секунды на то, чтобы сказать мне адрес. Вокруг сплошная некомпетентность. Тут смотрю без изменений. Да, как его там звали? Барни? Меня позабавило, как он такой. Это же я! Из Черной Мезы! Черт, не сюда. В смысле, сколько там? В одном только нашем комплексе работало 1015. А сказал так, будто мы лучшие друзья. Я его даже не помню. Это я, Гордон, из General Electric. О, еще копы.
Класс. Уже чувствую себя в безопасности. Может, тут есть выход на крышу? Оу. Здрасте. По лестнице не подняться. И что теперь? Блин, идет ЦРУ на... Знаете, в чем проблема? У нас не было переговоров. Я тупо ляпнул про Гавайи, но не отказался бы и от Ямайки, и от Каймановых островов, и от всего в таком духе. На русский язык перевел Максим Солодилов. Текст читали Максим Солодилов, Глеб Мещеряков, Иван Лоев, Александр Чернов, Валерия Зимницкая. Специально для Stop Game.ru.